Начинаем с происшествия, с трагедии в Свердловской области. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате взрыва на шахте «Южная» в городе Кушва. Добывают там железную руду, и это в 130 километрах к северу от Екатеринбурга. Личность погибшего уже установлена. Это машинист-взрывник Виктор Якимов. Вот подробности от пресс-службы ГУМВД по области. Этим утром на глубине 440 метров начался пожар, после этого несанкционированной детонации и взрыв. Пламя уже ликвидировано. Под завалами могут оставаться двое шахтеров. Их сейчас ищут. Живыми на поверхности эвакуировали 86 человек. Предварительно причиной могло стать возгорание фуфайки одного из рабочих. На месте работает специальная комиссия.